на юго-востоке Украины. С обвинением выступила представитель Госдепа США Мари Харф. Она утверждала, что в Донбассе находится наибольшее с начала августа количество российских средств ПВО. В нашем военном ведомстве поразились подобной некомпетентностью. Даже Киев в своих публичных заявлениях неоднократно подчеркивал, что с лета прошлого года не использует авиацию в ходе своих карательных операций на юго-востоке Украины. Тем более всем известно, что ее практически не осталось в вооруженных силах Украины. Не удивимся, если в ближайшее время нас обвинят в развертывании в Луганской области авианосной ударной группировки кораблей или незаконном заходе российской атомной подводной лодки в первый городской пруд Донецка.